Всем привет, это Сергей Табачников, и сегодня мы играем на Fender Telecaster. Да, ты не ослышался, это именно Fender Telecaster, по крайней мере, так было заявлено в ценнике. И не важно, что здесь форма стратотастера с совершенно неоднозначной формы накладью. Тем не менее, головушка от телетастера, здесь есть хамбакер и сингл, все в точности, как мы любим. Сделано в Японии, выполнено в цвете сладострастный тан. Как ты видишь, здесь нет туда-сюда, здесь есть врач-врыщ. Ну, это как на ПРС, например. Здесь те же самые три позиции, хамбакер вместе или сингл. И ручка громкости. Фактически очень удобно. Абсолютно кленовый гриф. Сзади наша любимая холка бобрика. Колоки Fender и неподражаемый звук телетастера. Слов просто нет. Итак, этот брызгающий звук в цвете сладострастный тан от японского производителя Ender, который в 10,5 раз лучше американского Fender, особенно за эти деньги. Тут уж не поспоришь, даже если поспоришь, то с тобой никто не будет разговаривать. Здесь есть черные точки, и это решающий фактор. Какая накладка, поэтому skiffmusic.ru покупаешь и наслаждаешься, а также наслаждаешь всех своих друзей. Сделай это.
Всем привет, это Сергей Табачников, и сегодня мы играем на сладост... Всем привет!